Сборы. Всегда самое приятное ощущение, когда ты собираешься на маршрут, и это чувство, они прям переполняют тебя. У Happy Rider Club 39-я экспедиция. Экспедиция Бурхан-Булак. Самый высокий водопад в Средней Азии. Вот, команда состоит из 10 экипажей. Расстояние порядка 140-150 километров. Погода, к сожалению, в горах идет сильный дождь. Возможно, будет достаточно прохладно. Но мы на начале пути. Вот, наша команда дружная с нами. Присоединился Джалил. И Викинг жив. Как и все, наверное, первый раз, когда едешь, переживаешь, что-то может случиться, что-то не случится. А так вообще офигенно. На своей машине, за рулем, в горах, вообще обалденно. Решил заиметь себе тоже такой же, так же ездить с Happy Riders Club. Отличная команда, отличный коллектив, все супер, эмоции отличные. Рекомендую. Вообще замечательный маршрут, горный, без пыли, виды, как всегда, шикарные у нас. Казахстан у нас неизведанный, мы куда-то по заграницам ездим, а у нас в Казахстане можно всю жизнь ездить, все не ездить. У нас маленькому, младшему сыну у нас 10 месяцев сейчас, 9 месяцев, поэтому она, ну, вот, она не могла по здоровью участвовать. А так вот сейчас с удовольствием согласилась, первый раз поехала, впечатление. Все хорошо, нравится. Немножко страшновато от этого маршрута. А так, все замечательно. Ну, я такая думаю, я боюсь высоты, глубины, скорости. Думаю, как это. Но когда поехала, я вижу, что все так слажено и это дружно работают, помогали менять колесо, веселая атмосфера, классная компания, поэтому мне очень понравилось. Первая поездка серьезная в туре. Да. Вот 6 лет. Первый раз мы поехали в такой серьезный маршрут. Великолепная поездка, классное настроение, классные ребята, классная команда собралась. Вообще все супер. Это очень классно, круто. Тебе не страшно? Не страшно. Когда мы катались на баге с папой, это было очень весело. Сюда, на баги, первый раз. С этой компанией первый раз? Да, особенно с этой компанией. Чему я безмерно рада. Потрясающие люди.
теплота, забота, все такие дружные, это очень классно, как большая семья. В общем, что могу сказать об этой поездке? Поездка была очень запоминающейся. В городе жара, у нас здесь прохладно, классно, комфортно, замечательно, шикарная природа, шикарная компания. Вообще просто все супер.